Evet, işte. Всем привет, про план. Она уже включена? Меня зовут Дмитрий, тебя зовут еще раз? София. София, да. Сейчас будем стартовать с горы. Высота 3000 метров над уровнем неба. Идем ветерок. Сейчас ветерок появится. Она уже начала снимать, да? Да. Мама, привет. Я не забываю, не забываю, не забываю. Хорошо, палка тяжелая. А ее может быть менять разные руки. Хорошо. Ждем ребята, скорее всего, быстрее. Погоди, пока коса идет. Сейчас пойдет. Хотя уже начинается. А мне что-нибудь нужно делать? Только бежать. Только бежать. А ну, потом камеру держи. Управлять ты будешь, да? Да, ты только камерой можешь управлять. Хорошо. Ну, хорошо. Там право, лево и там. Хорошо. Единственное, камеру нельзя вставлять в вот эти вот веревочки. Хорошо. По возможности можно сделать что-нибудь интересное. Я уже не боюсь, меня уже не тошнит, поэтому все. Это сейчас. Посмотрим, что будет в воздухе, я тебя спрошу пару раз. Хорошо. Это не волнуйся. Так, идем сначала. Идем. Вон туда. Побежали.
вас здесь не прыгают? Летом. Летом? Занимались этим делом. Ага. Такие же, так же, как сейчас с тобой идти, только у человека с тобой хорошо, и вот это вот отстегивается. Такая, как здесь, это не отстегивается. Поняла. Другая. И он падает и падает? Да, он отстегивается и падает. А с какой высоты? А потом открывает. С какой высоты? Потому что так зависит низко. От того, что заказывают. Летом мы можем подниматься до 5000. А как поднимаетесь? На вертолетах? Нет, вот эти вот аппараты. Аппараты? Как сейчас мы летим, вот так же самое на параплане. Просто летом восходящие потоки больше. Ага. Из-за солнца. Солнце ага. Яркое было. Поняла. Когда начнем делать трюки? Туда прилетим. Хорошо. Там. Но сначала идет план полета, потом в конце идет, если хорошо. Человек не укачивает, то можно идет там. А бывает сильно кого-то укачивать, что его аж тошнит? Ну, что мы просто садимся раньше, но это редко такое, но бывает, редко. Это если человек прям молчит, не хочет говорить, хочет подольше, а его уж тошнит, а он все равно хочет. Знаете, чуть-чуть подташнивает, но так все терпимо. Понял. Не-не-не, все хорошо. Дыши глубоко, если хочешь, чтобы было хорошее самочувствие. Здесь кислорода меньше, из-за этого укачивается. То есть нужно глубоко дышать, ну и чаще, чтобы... хватало кислорода в организме. Вы еще не устали от полетов? Ну, это работа, ну как? Но уже ничего особенного, да? Ну, тут таскать только неудобно его, когда... тяжелый, а так, в принципе. Какая модель? Модель. Да, то есть подойти у тебя потом, там, ну, если помощнее, то подороже. Ага. А если такой слабенький, такой вяленький, то очень дешево будет. Там, ну, не смысл от этого. Ну, советую выбирать хотя бы среднюю такую, не самую маломощную, среднюю.